Сейчас мы с вами в вашей деятельности анализ проведем по всем направлениям. И для женщин, для мужчин. И как развиваться в деятельности, и как быть успешным, какие препятствия могут быть. Начнем мы со вчерашней темы, что есть в этом мире есть три типа напряжения. И они влияют также на работу, все это есть у всех людей на Земле. И с ними надо что-то делать. Эти три типа напряжения, они начинаются с наших мыслей, с нашего поведения. Вообще три есть у души, мы души, вечные души, у души есть три энергии сознания. У сознания души есть энергия вечности, мы все хотим жить, вечно жить хотим. Да, согласны? Вот эта энергия вечности может нормально двигаться у нас внутри, в организме, и в деятельности тоже, везде. Три энергии везде движутся. Может нормально двигаться, а может ненормально. Вот ненормальное движение зависит от прошлых поступков наших, и от неправильного настроения внутреннего. Когда человек, допустим, испытывает страх, это нехорошо. Это нарушает движение энергии вечности. Не надо ничего бояться, надо учиться смело жить. А смелость идет от понимания себя как вечной души и своих отношений с Богом. Мы никогда не умрем, чего бояться? Кто умрет здесь, поднимите руку. Да? Умирает только тело, да, умрет тело. А вы вечная душа, вы же не тело. Все, то есть умрет тело, а вы душа. И поэтому никто не умрет, все живы, живы останутся. Мы каждый вечер умираем, то есть ложимся, засыпаем. Мы же себя не помним в это время, потом опять просыпаемся. И так тоже жизнь и смерть. Человек заснул, проснулся в следующем теле. Надо просто это понять. И сразу легче становится. Все страхи в жизни – это нет понимания, что все всегда будет хорошо. Если что-то в жизни происходит с нами не так, значит, в этом есть глубокий какой-то смысл. Сразу непонятно, но потом, если вы поймете, это очень ценно и важно. Не надо ничего бояться, не надо бояться жизни. Страх создает препятствия в нашем организме, в нашей деятельности, везде. Страх – это как проклятие, такая сила, которая мешает жить очень сильно. У человека появляется снижение силы воли. У него напрягается тело, вот так напряжение в теле появляется. Страх создает напряжение. Напряжение превращается в спазмы сосудов, головные боли, запоры в кишечнике превращаются, боли в суставах, в болезни суставов. Кованность позвоночника, человека сутулит, это страх человека сутулит. Вот у человека появляется чувство непреодолимых препятствий в жизни какие-то, блоки какие-то внутренние. Я не поступлю в институт, не смогу выйти замуж, не смогу себя реализовать как личность. Как одна продавщица стояла и спрашивала всех, вам не нужна моя помадка? Ну, помаду продавала. Все говорили, нет, не нужна. А если бы она спрашивала, вам нужна, тогда бы все сказали, наверное, нужна. Они бы, по крайней мере, об этом подумали. Если мы боимся, значит, мы уже проклинаем свою жизнь. Мы заранее спрашиваем ее неправильно. Понимаете? Есть преддействие у человека, есть действие. Преддействие должно быть правильным, сильным. Как есть такая песня. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ, время. Ну, то есть, надо учиться смело относиться к жизни. Смело. Не бояться ее. Итак, страхи есть. Страхи означают, что мы не понимаем, как все устроено. Мы позволяем себе бояться. А страх – это просто объем работы. Вот Бог нам показывает наше будущее, что, допустим, у тебя будут сложности поступить в институт. И сразу в сердце возникает страх. Что такое страх? Это значит, что тебя предупреждает судьба, что там есть трудности. И все.
Ну и дальше как надо к трудности относиться? Заставлять себя их преодолевать. Вот есть страх, допустим, на работу устроиться. Ну, значит, там трудности, ну и преодолевай. Пытайся устроиться, что-то делать для этого. И страх будет уменьшаться. Вот страх — это то, куда надо прилагать усилия, а не жить с ним. Вот если ты со страхом живешь, это все превращается в болезни в организме, в блоки, которые в деятельности идут, дальше у человека появляется у мужчины сомнение в том, что у него получится, у женщины робость, она вообще не уверена в себе, она боится всего, и кажется, что ничего не будет, все плохо. Это все неправильное мышление. Вторая эмоция, которая у нас возникает, это обида или отчаяние. Нас не понимают. Мы видим, что нас не понимают. Но почему вы считаете, что нас тут должны понимать? Вот кто гравитирует такую дорогу? Вот мы рождаемся на свет, да, и нам такую сразу табличку повесили на грудь. Тебя все будут здесь понимать. Гарантия, печать такая, да? С какой стати? Почему вы думаете, что вас все должны здесь понимать? Мы здесь одиноки очень. Нам кажется, что все вот рядом, все должны понимать, а здесь все, это все не так в этом мире. Здесь каждый сам по себе живет, все люди очень одиноки. Есть Бог, который нам дает друзей. Как в песне поется. Это ты нам даруешь друзей, это ты научил нас трудиться, и потому я хочу все сильнее, все чаще молиться. Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, когда буду ненароком цветы. И в ночи на поклон отвечаю. Понимаете, то есть Бог нам дает друзей, это Он нам дает возможность, чтобы нас любили, понимали. Но когда приходит плохая судьба, то никто нас, все перестают понимать. Мы становимся одинокими. И если ты будешь еще обижаться на это, будет еще хуже. Ну, то есть жизнь, она дает нам вызов. Понимаете? И надо это принимать. Иисус Христос это показал. Чтобы не обижаться, надо понимать Его миссию, что Он нам показал мудрость жизни, что надо благодарно все принимать, учиться. Конечно, сначала будет тяжело, обидно очень. Муж уходит там, нет денег, трое детей, придется банкротиться, все терять, то, что есть, даже то, что нажито. Но есть законы этого мира. Надо все принимать, учиться, и тогда будет лучше жить. А если мы бунтуем, обижаемся, злимся, в отчаяние входим, тогда это все заходит к нам еще внутрь. А отчаяние, обида вызывает жар в теле, потом начинаются воспалительные заболевания. В личной жизни появляется повышенная чувствительность. Я не могу общаться с близким человеком, не могу даже находиться рядом. Человек устает от другого человека. Это все непринятие. Когда человек не может принимать судьбу, у него копится жар, вот эта чувствительность повышенная, раздражительность, ранимость. Все это превращается в тяжелую жизнь. То есть не принял судьбу, не хочешь принимать, будет только хуже еще потом. Ты родный мир, плохой погода,
ветер дует, как сделать так, чтобы он начал меня лечить? Надо принять. А если ты боишься ветра, то он начинает тебя разрушать в это время. А если тебе врач сказал еще, ветер не будь на сквозняках, бойся ветра, это все плохо, то еще хуже. Понятно? Надо, ветер лечит человека, он дает ему силы. Свежий воздух, ветер лечит. Жара, солнце лечит, дает силы человеку. Но если мы не принимаем, солнце сначала дает нам трудность. Оно говорит, я пришло, солнце. И надо знать, что солнцу надо радоваться. Надо смотреть на него, я тебе радуюсь. И сразу же начинают токсины выходить изнутри. Ты солнцу радуешься, а у тебя плохо там внутри все. Слабость появляется. И внутренняя мысль такая, что солнце плохое, оно что-то мне токсин, слабость какую-то делает. Наверное, оно меня перегружает. Нет, оно лечить начинает. У тебя там токсины накопились за зиму. А солнце пришло и начало их плавить, эти токсины все. И ты выходи на солнце, все равно побольше будет на нем. Если нагреваешься, водички побудь постой, охлаждайся. И радуйся, больше радуйся летом. И тогда постепенно токсины все выйдут, и солнце не будет перегревать. Ветер тоже, когда начинает свое лечение, он тоже сначала напрягает, а потом он пролечивает человека. Точно так же вода тоже. Она вроде бы холодная, тяжело, а потом она приносит облегчение, расслабление, счастье приносит. Мы ничего этого не знаем. Надо это благодарно принимать. Когда человек принимает природу благодарно, все дождь и снег, любое время года, надо благодарно принимать. Он принял, благодарно природу принимает, дальше он умеет силы, уже у него появляются силы, принимать благодарно судьбу уже свою. Следующий этап. Своего ухода, это очень важный момент. Вот, допустим, у каждого человека есть тонус такой внутренний, который всю жизнь заставляет его бороться с какой-то проблемой. Кто-то в страхе, допустим, ушел из жизни, страх на всю жизнь, на следующую, как эмоция такая, которую он не может победить, с ним стоит эта эмоция. Кто-то ушел в отчаянии, значит, обида всю жизнь будет, отчаяние, обижаться будет сильно всю жизнь человек, склонен к этому будет. Кто-то ушел в депрессии, чувство разочарования, значит, всю жизнь разочарование будет в следующей жизни. Поэтому дату своего ухода надо благодарно принимать, не надо истерить по этому поводу, учиться надо этому. И жестокая судьба, зачем приходит человеку в жизнь, когда все рушится, беспредел наступает, вроде бы ничего плохого никому не делал, тут, блин, муж изменил, там, решила пожить одна, слава Богу, человек появился, опять неправильно, все плохо, короче, полный беспредел, судьба мучает, не дает нормально жить. Это она готовит к смерти, когда человек, жестокая судьба приходит, и он справляется с ней, он потом может благодарно принять уже дату своего ухода. То есть жестокая судьба нужна нам в жизни. Она нас учит беспределу, чтобы с этим справляться в жизни, преодолевать это все, учиться, уметь. Это непростое знание, чтобы это все переваривать. И поэтому Иисус Христос показал, как надо нести свой крест. Его там камнями кидают, ради кого он свою жизнь отдает. Плюют ему в лицо, а он идет и улыбается. Это первое, что человек должен научиться делать в этом мире. Это учеба идет в отношениях с природой. Надо учиться, и во съездах тоже, надо учиться длительному движению, учиться долго идти. Это очень полезно для здоровья. Учиться не двигаться долго, очень полезно для здоровья. Учиться посту. Вот эти три вида аскез, они включают нормальную жизнь, нормальную жизнь. Когда человек не двигается, молится, он учится принимать. Судьбу принимать. Когда человек длительное движение совершает, он учится преодолевать препятствия в жизни. Волевые функции включает. Когда человек постится, он учится счастье. Быть счастливым в любых обстоятельствах жизни. Вот если вы двое суток не пожрали и счастливы, то вы все сможете потом переварить. Понятно?
этого начинается успех человека, что он правильно относится к своей жизни. Вот, допустим, когда человек расслабляется, вот, допустим, поспать, отдохнуть, поесть на ночь. Это желание жить или желание умереть? Ну, вот оно и получается. Поспал лишнего, накопил жар в теле ненужный, солнце поднимается, а ты лежишь. У тебя скапливается жар, он превратится потом в болезнь, воспалительный процесс. Обождался на ночь, расслабился, значит, все, жир идет потом дальше. Но раз ты на ночь обождался, значит, утром будет отходняк, будет головокружение, тошнота, плохо будет, значит, утром кушать не будешь, да? Все, питание смещается в вечернюю сторону. Утром не едим, днем чуть-чуть поели, вечером опять обжираемся. Это желание умереть, оно как бы рождает вот это вот все. Обиделся, в обиде живешь, желание умереть, все. На обидных женах воду возят. Все, обиделся, значит, тебя жизнь будет дальше гасить уже. Вот, допустим, олени бегут, один олень больной. Он бежит сзади. Кого волки схватят за одно место? Догадайтесь, трех раз. Его, да, смеется. С больного оленя. Те, кто сзади бежит, те, кто хватает судьба за одно место. Если ты несчастный, значит, все. Надо учиться быть счастливым. Учиться быть сильным в этом мире. Женщина сильна своей любовью, своей красотой. Мужчина силен своими победами, преодолениями трудностей. Это я вам какие-то ключевые какие-то моменты успеха рассказываю сейчас. Без них это фундамент. Без них невозможно жить. И судьба будет испытывать нас. Если сильно, допустим, зависишь от мужчин в жизни, значит, тебе Бог даст такого мужчину, который будет вести себя неправильно с тобой. Он будет так создавать ситуацию такую в жизни, что ты будешь терять себя. А он будет дальше от тебя отдаляться и дальше. И для чего это все делать? Чтобы ты научилась не зависеть от мужчин. Самодостаточной быть. И когда будешь самодостаточной, Бог уже даст хорошего человека. Так жизнь устроена. Если ты сильно хочешь устроиться на работу, значит, ты потеряешь себя, чувство собственного достоинства потеряешь. И тогда, значит, ты не сможешь устроиться на работу. Вот кто из вас работодатель, вот кто берет на работу? Ну, как, кого вы берете на работу? Да. Не, ну какая специальность, какая? Бухгалтера. Ну вот я, допустим, бухгалтер. Ну, не Олег Геннадьевич, а просто человек приходит к вам. Вы знаете, я такая хорошая бухгалтер. Вот у меня нормальное образование. Возьмите меня, пожалуйста, на работу. Вот я буду хорошо работать, у вас вам помогать буду. Возьмите? Вот так, если себя будет. Нет. Почему? О, видите, он верен должен быть. То есть он должен быть самодостаточным. Понимаете, он приходит на работу, улыбается, счастливый. Возьмут, возьмут, не возьмут, не возьмут. Что более, что не более, все одно. То есть он счастливый, самодостаточный. Такие люди все нужны. А если приходит, да, возьмите. Да иди ты нафиг. А что он ноет? Потому что сильно хочет на работу, он сильно хочет, а это неправильно. Нужно быть самодостаточным. У нас есть показатель успеха вот здесь, это называется чувство собственного достоинства. Оно находится прямо в сердце вот здесь, ну, на тонком психическом плане. Не то, что там в левом желудочке, там сердце, чувство собственного достоинства находится. Левый желудочек, инфаркт миокарда, и чувство собственного достоинства нету. Нет, это психический план, прямо вот здесь, там где душа, там находится чувство собственного достоинства, она ее окружает фактически, чувство собственного достоинства. И чувство собственного достоинства, оно является индикатором успеха. Чувство собственного достоинства очень сильно связано с тем, на что человек надеется.
Доктор говорит, я могу на что-то надеяться? Смотря на что ты будешь надеяться. Или хочешь, несмотря на что надеяться. Вот, ну то есть, надеяться человек должен на Бога всегда. Что это такое, непонятно. Вот, допустим, приведу пример такой. Вот, допустим, каждый человек сильно зависит от оценки других людей. Такой человек может быть успешным, который зависит от оценки других людей? Нет. Нет. А от чего надо зависеть? От собственной оценки? Нет, мои хорошие, это ошибка. Это обычное психологическое заблуждение. Надо зависеть от оценки Бога, это называется совесть. Вот, допустим, вы совершили какой-то поступок, и все говорят, нафиг ты это сделал? А вы смотрите в свое сердце, и в сердце вот здесь спокойствие. Это не ваша оценка себя, это оценка вас Бога. Что такое самодостаточный человек? Это человек, который умеет взаимодействовать с Богом, который находится в сердце, он знает. Вот, допустим, девушка вот в зеленом, вот на пятом ряду, сейчас записывайте что-то, да, вы недавно какой-то поступок сделали серьезный, да? Не знаю. Не знаю? Я каждый день что-то вытворяю. У меня вопрос к вам. Ну, вы не помните, ну, допустим, там, недели две-три назад, что-то вы такое поступок совершили? А? Ну, может быть. Вот вы какой-то поступок плохой, да, совершили? Или неплохой? Опрометчивый. Опрометчивый. А что вы сделали такое? На скейтборде пошла кататься. На скейтборде. И что, ударилась там? Упала? Ноги, ногу повредила. Ногу повредила. А вы в сердце посмотрели? Недоволен? Молодец, все правильно. Но вот я, знаете, что хотел сказать вам? Что если вы в сердце посмотрели, увидели, что он недоволен, то чувство собственного достоинства остается на месте. Оно никуда не уходит. Потому что Богу нравится, что вы с ним советуетесь. И это означает достойная жизнь. Вот человек, допустим, пошел что-то делать, сделал глупость, повредил ногу, но при этом он посоветовался с Богом. Он спросил, ну как, Господь, я нормальная, что я туда поперлась? Нет, недоволен я тобой. И все, и она счастливая внутри, потому что она правильно сделала, что посоветовалась. Или, мой Господь, я правильно сделала, что ушла от мужа? Нет, неправильно. Надо было остаться и жить на расстоянии с ним. Вот это правильно. Но то, что ты со мной посоветовалась, а не самодостаточно, не самодовольно поступаешь, это правильно. И тогда опять спокойствие в сердце. Даже если неправильно поступил, но ты советуешься с Богом, все равно спрашиваешь его в конечном счете, то сердце все равно успокаивается, потому что Богу важно не как мы поступаем, а у кого мы спрашиваем. Мы должны всегда взаимодействовать вот с этим чувством внутренним. Часто люди не чувствуют себя уверенно в жизни. Почему они чувствуют уверенно? Потому что кто-то что-то сказал. Вот, допустим, девушка вот на третьем ряду в черном. Вы очень сильно зависите от того, кто что-то сказал. Так? А? Да. Так? А не надо зависеть. Мало ли кто что сказал. Главное, что Бог считает, а Бог вас любит. Он хорошо к вам относится. И вы должны с ним взаимодействовать, советоваться. Не надо никого смотреть. Вот, допустим, если набрать Тарсунов в интернет, посмотреть, кто что сказал, то можно с ума сойти. Что только там не говорят. Я продолжаю читать лекции, ездить. Потому что как только я узнал, кто-то что-то сказал, я интересуюсь вот сюда сразу.
и спрашиваю, а как ты считаешь? А Берия подходит к Сталину и говорит, Жуков сказал, усатый тиран. Сталин Жукова вызывает. Ты сказал, усатый тиран, или нет? Сказал. А кого ты имел в виду? Гитлера кого? Сталин тогда посмотрел на Берия. А ты тогда кого имел в виду? Надо всегда спрашивать сердце. Не надо мне на чьи мнения там как бы оглядываться. Понимаете? Обязательно будут гутарить, что-то там говорить. И чувство собственного достоинства, от него зависит наша удача в жизни. Вы знаете, оно может двигаться в разные стороны. Когда человек послушал о себе мнение каких-то людей, и он поверил в это, ну как поверил, то есть ему неприятно стало. Неприятно стало, это значит, что он доверился этому мнению. То у него чувство собственного достоинства пошло вниз. Это называется унижение. Вот когда возникает унижение, мужчина становится слабым, а женщина некрасивым. А у мужчины от силы зависит его удача в жизни, а у женщины от красоты. В результате человек стал неудачником. Ну, неудачником означает, если он пойдет сейчас устраиваться на работу, он не устроится, пошел в институт поступать, не поступит, познакомился с кем-то, не получится. Неудачник. На права не успел, перед ним закрылась дверь. Почему? Потому что он согласился с плохим мнением о себе. Ну, допустим, ты совершил какой-то плохой поступок. Все говорят, ты плохой человек, плохо сделал. Ты сразу туда в сердце смотришь, и Бог в сердце говорит, да, это так. Но если ты Бога послушал мнение, ты сразу становится спокойным. Почему? Потому что Бог, хоть он и согласен, что это плохой поступок, но он тебя любит. И когда ты вот здесь в сердце, как бы это мнение Бога узнал, ты согласился, Бог согласен, да, это плохой поступок, но он все равно тебе дает чувство собственного достоинства. Ты соглашаешься, что я поступил неправильно. Соглашаешься с этим. Но у тебя нет унижения при этом. Вот если ты согласился с людьми, которые тебя оценили, ты стал униженным. Даже если ты неправильный поступок совершил, с людьми согласился, ты стал униженным. Вот допустим, если старший, мудрый человек, наставник, тебе говорит о том, что плохой поступок совершил. Ты его послушал, ты потом униженным уйдешь или нет? Вот я вам сказал, что вы неправильно сделали. Вы унизились после этого? Нет. Это значит, что я советовался с Богом, когда вам говорил. Я говорил от Его имени, потому что Он вас любит. И поэтому никогда вас не будет мучить. Понимаете? Ну, ничего страшного, мы тут ошибаемся на каждом шагу. Это же жизнь для этого предназначена, чтобы мы учились ей. Вот в этом смысл заключается. Даже если люди сказали тебе что-то плохо, а ты посмотри в сердце, да, ты не прав, неправильно поступил. Но тогда у тебя чувство собственного достоинства останется на месте, оно не унизится, не пойдет вниз, и ты не станешь неудачником. Ты согласен, скажешь, да, я не прав. Ну ты опять как это скажешь? От Бога, от сердца. Эти люди скажут, ты не прав. Не обращай на них внимания. Потому что все люди, которые тебя осудили, они в это время тоже с Богом общаются. И они как Богу говорят, он не прав. А Бог думает, а ты что тут это? Я тебя что, судьбой, что ли, устроил на работу? Ты что, осуждаешь? Хорошо, если ты осуждаешь, попробуй тоже в такую же ситуацию попади. И посмотрим, ты будешь, как себя поведешь. У меня
Один знакомый, ну, друг духовной практикой занимается, взял, бросил жену. Полюбил другую, еще более духовную, как он считает. Ну, греется вершина. И друг другой мой, второй товарищ, его так начал ругать, говорит, ты грешник вообще, как ты мог вообще жену бросить? Ну, это факт, что ну зачем жену там с ребенком, хорошую девушку такую бросить взять? Зачем, непонятно. Что ему там он хотел от жизни? Неправильный поступок совершил. Но этот его друг начал сильно ругать. Я говорю, слушай, успокойся, что ты, ну да, скажи ему, что неправильно, ну как бы помоги ему разобраться во всем. Что ты его проклинаешь, зачем? Он говорит, да, это она такая девушка, она такая классная, мне так жаль. Я говорю, ну жаль, ну перевари, помолись за них. Что не надо кричать? Через год он также бросает свою жену, находится в другую. Не суди, называется, судим не будешь. Так? Поэтому очень важно очень важно все изучать, правильно жить. Понять, что такое чувство собственного достоинства, как действует судьба, как она с нами взаимодействует, как остаться в настроении удачи, в состоянии удачи, как поступки совершать правильно. Что делать, что не делать. В успехе и в неудаче человек всегда испытываем Богом. Вот, допустим, у человека все получаться пошло. Это очень опасно. В это время надо вот сердце свое заглянуть и спросить, Господь, кто причина успеха? Спросите его. И Господь тебе покажет, что не ты причина успеха. Что это Он тебе подарил этот успех. И тогда у тебя все в жизни будет нормально. Но если ты хотя бы чуть-чуть обрадуешься и почувствуешь, что отлично, пошло дело. Сразу же после этого чувство собственного достоинства поднимается вверх. Из центра вверх поднимается. Состояние называется гордость. Что оно делает? Сразу убирает у человека возможность чувствовать будущее, предвидеть, видеть людей, видеть ситуацию, понимать, что будет. У человека появляется чувство, что все будет хорошо, по-любому. Он в полете весь такой, ну классно. И в это время что происходит? Он не замечает ошибок, которые он совершает, и влетает в большие проблемы. Понятно? То есть чувство собственного достоинства – индикатор нашей жизни. Мы должны постоянно взаимодействовать с Богом, и тогда Бог нас приводит в равновесие всегда. Он всегда нас возвращает назад. Мы всегда должны смотреть в совесть свою, куда назад. Поэтому люди читают Священное Писание, три раза в день намаз читают для того, чтобы возвращаться к Богу. Там перед едой Богородица Дева радуйся, там после еды спасибо Господи. Вспоминает человек постоянно. Зачем он это делает? Он возвращается туда, где живет совесть. И она дает ему удачу всегда. Человек, когда возвращается назад, он всегда себе оценку правильную делает и всегда приходит к хорошему результату. То же самое, когда человек, допустим, куда-то спешит, бежит быстрее. Вот, допустим, когда человек спешит, он быстрее или нет? Вот мы завтра побежим с утра, пойдем, мы спешить будем? Нет, о чем будем делать? Радоваться всем, желать счастья. И бежать, или идти, или ползти. У нас организаторы где надо, чтобы это... Куда, где встречаемся? Надо сказать людям, где встречаемся. Как называется место? В общем, 7:15 на Первомайском парке. Это Черняховки за дворец на строительстве.
Ну, то есть я там нахожусь... Да, кто доедет, тот доедет. Просто, ну, мне так ближе, иначе мне ехать придется, время придет. Я там территориально нахожусь. В 7.15 хотите зарядиться с нами вот настроением, энергией вот этой вот? Приходите, сначала будет пробежка, потом я на речку поеду, если хотите, вы тоже можете поехать. Посмотреть, как я там в речке вашей буду сидеть. Можете сами залезть со мной, если хотите. Так что такая программа. Сначала 1:50 я бегаю, вы можете ходить, потом я поеду в Уфимку, туда сяду, посижу, подумаю. Вы тоже можете. Очень такая программа. Кто придет, поднимите. Ну вот, приходите. Видишь, немного человек там, 20 придет. Я уже посмотрел. Все, кто подняли руки, я всех запомню. Когда человек суетится, он не понимает, что он не приближается к цели, он от нее отдаляется. Вот, допустим, человек едет в машине и думает, вот приеду домой, когда буду счастливым. А сейчас пока жду, когда приеду. В это время он теряет силы, теряет здоровье. У него чувство собственного достоинства уходит вперед. Это значит, что счастье остается сзади. Счастье в центре находится. Счастье. Знаете, как переводится? Сейчас означает сейчас. А тье означает существование. Существование сейчас. Счастье означает существование сейчас, а не в будущем. Человек думает, вот приедет домой, тогда будет счастливым. Нет, ты должен прямо в машине быть счастливым. Включи лекцию, желай всем счастья, что-то делай. Приехал домой. Вот посмотрю телевизор, буду счастливым. Включил там все счастье к концу фильма идет. Всегда. Вначале, наоборот, все бегают, убивают, там все плохо. Ну и в кино досмотрел и спать захотел. И не успел быть счастливым, просто лег спать. Потом утром встает, вот доеду на работу, буду счастливым. Вот закончится работа, буду счастливым. Вот доеду домой, буду счастливым. Вот поступлю в институт, буду счастливым. Вот закончу институт, буду счастливым. Вот найду хорошую работу, буду счастливым. Вот ипотеку выплачу, буду счастливым. Вот внуков выращу, раз и умер. Счастье в будущем сюда. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Означает, счастья нет у человека. Он за ним все время бежит. Потому что он не принимает свою жизнь. Ему всегда хочется чего-нибудь лучше. Понятно? Когда человек верит в удачу, то у него жизнь в будущее уходит. Когда человек верит в Бога, он все принимает, потому что он понимает, что Бог вот дал эту ситуацию. Значит, так надо. Он не ждет чего-то новенького, а он принимает. Это значит, верить в Бога означает спасибо Господи за все. Понятно? Что дал в жизни. Когда человек не принял настоящее, он оказался в прошлом. И он живет в прошлом. Было время, был я весел, без причины, просто так. Износилось много кресел, вокзалов, города. Ночь яблоком стучит в окно, и по круге теряется птицы крик. Знаю, знаю, знаю одно, был душой я молод, а теперь старик. И все время в прошлом человек живет. Он потерял себя, свою жизнь. Он вспоминает, что там было в прошлом. Вот у меня была хорошая жена, а теперь все фигово.
У меня ее нет теперь. Поднимите руку, у кого такая жизнь? Молчат. Хорошо, муж был хороший, но теперь я одна. Поднимите руку, у кого такая жизнь? У вас остался Бог с вами. И надо принять новую жизнь. Иначе вы будете разрушены, вы разрушите свою жизнь. Вы самоуничтожением занимаетесь. Понятно? Бог будет сдавать экзамены нам. Чтобы быть успешным, надо думать о Боге сейчас и понять, что Он самый лучший, что лучше всех мужиков на свете. И когда вы поймете, что Бог самый лучший, то вы станете красивой, счастливой и найдете себе лучше, чем был до этого. Понятно? У Бога мужиков завались. Надо просто стать достойной, сдать свой экзамен. И все, и он вам следующего дома мучителя найдет. Итак, мы с вами изучаем чувство собственного достоинства. Посмотрите у себя в сердце. Если вы чувствуете, значит, вниз ушло. Значит, надо, ну, как-то понять, что все хорошо. Бывает, непреодолимая судьба действует, какая тяжелая. Но надо все принимать. Доктор, медсестра, а что, как бы я вперед ногами еду? Я же еще живая. Ну, что делать перед ногами? Доктор сказал, живая, да, живая, но мы еще не приехали. А куда мы едем, в реанимацию? Нет, доктор сказал, в море, значит, в море. Надо принять судьбу и надо стать счастливым. У вас, говорит, есть две новости. Вам сначала хорошую сказать или плохую? Сначала хорошую, конечно. Ну, хорошая новость заключается в... плохую, говорит, сначала плохую. Ну, плохая новость заключается в том, что вы, мам, по ошибке отрезали не ту ногу. Но теперь хорошую. А хорошая новость заключается в том, что у вас больная сама зажила. Ладно, мне хорошо. Бывает очень тяжелая судьба. И это только вызывает смех, конечно, потом. Но на самом деле надо все учиться принимать в жизни. Вот все. Иначе человек ломается и погибает. Он не выживет, если он не принимает судьбу. Надо принимать для того, чтобы жить дальше. И причина, почему надо принимать, я вам расскажу, объясню. Причина заключается в том, что все, что в этой жизни дается, оно имеет очень глубокий смысл, который мы сейчас не понимаем. Но если мы поймем, что и так вот так все устроено, тогда человек получает удачу в жизни дальше. Ну, допустим, события складываются, все плохо, я одна остаюсь там, Олег Геннадьевич все забанил, что за ерунда, пришла, хотела, чтобы он помог, а он наоборот все помешал. Вот. Не надо ничего бояться. Надо принять судьбу и понять, что все на благо. Если я все принимаю, все на благо. И тогда мы сдаем свой экзамен перед Богом. Тогда Господь радуется в сердце, и мы преодолеваем непреодолимое препятствие какое-то в жизни. Через отношения с Богом это происходит. Человек принимает ножницу принимает, и бьет. Ему тяжело в это время, но он знает, что надо все принимать, иначе будет еще хуже. Понятно система? Значит, эту часть мы с вами усвоили. Идем дальше. Значит, первое, что мы с вами усвоили, это то, что если человек не совершает длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде, то есть он не энергии вот эти природы в себя не вкачивает, то он
энергию вечности не засасывает в себя длительным движением, значит, полевой фактор будет в жизни страдать, значит, не сможете быть успешными, потому что не хватит силы внутренней. Эта сила действует как внутри, так и снаружи. Волевой фактор влияет не только на меня, мой, он влияет на людей вокруг. Вот почему один боксер никогда не проигрывает, а другой всегда проигрывает. Потому что у одного волевой фактор настолько сильный, что он ломает другого боксера, тот еще не начал боксировать, а уже сил нет сражаться. Это от волевого фактора зависит, это взаимодействие этих энергий, желание жить, понимаете, у людей. Так и в жизни тоже. Если у тебя волевой фактор сильный, ты длительное движение совершаешь, постоянно его подпитываешь, то у тебя будет возможность преодолевать все трудности даже раньше, чем они приходят. Следующее – это чувствительность, раздражительность. Если человек неподвижное положение тела делает, в воде сидит, то он становится железно спокойным в жизни, принимает судьбу, то есть она никак с ним не может справиться, он такой сильнее становится. Понятно? И если человек постится на воде и на солнце находится, он становится оптимистом. Он никогда не унывает. Как этот капитан Лом, помните, на корабле «Победа» был, стал беда. Он говорит, все хорошо, идем ко дну. То есть он очень оптимистичен к всему настроению. Никогда не бывал. Три энергии вот эти вот мы взращиваем себе. Завтра практическое занятие. Каждому человеку нужно вдохновение. Вот вы, допустим, бегать не можете сами. Вы приезжаете завтра в 7:15 в парк вот в этот и смотрите, как я бегаю. И там кто-то со мной тоже будет пытаться. И все, и вам понравится, и потом все пойдет по-другому в жизни. Вот кто в прошлый раз бегал с нами, поднимите руку. Вы почувствовали, как это в жизни повлияло потом, как все поменялось, так? Хочется теперь этой энергии передалась? Вот все, вот это то, что нужно сделать. Потом в речку посмотрите, как я сижу просто там, не обязательно самим залазить. И вас потянет просто. Вы только парень возьмите и не забудьте. У нас был фестиваль под Москвой, там 200 человек приехало, из них 45 человек залезли в ледяную воду, 6 градусов, со мной сидели 10 минут. Чего вы так сморщились? Никто не заболел, все были счастливы. Их никто не заставлял, мы их подкормили, не верили, они сами пришли, залезли в воду, просидели со мной. Бежали там сначала, потом привыкли, потом парни все пошли, 45 человек. Вот так вот мы там находились. Кто из вас был на фестивале? Кто был? Никто не был. Ладно. Следующее, что я хочу вам рассказать, это вот энергии хватает, допустим, у нас чувство собственного достоинства на месте стоит. Дальше правило развития. Это или включение человека. Правило включения человека. Мальчику для включения или мужчине там, неважно. Ну, то есть мужчина может даже в зрелом возрасте не включенным быть. Или женщина не включенная может. Как женщина не включенная выглядит? Она очень застенчивая, ей тяжело быть на людях, тяжело улыбаться, с кем-то разговаривать, ей хочется быть одной. И она постоянно мечтает. Это значит, что она не может быть успешной в жизни, ей надо сначала включиться. Она очень застенчивая, стеснительная. И тяжело улыбаться там людям, тяжело с ним что-то сделать хорошее для них. И все тяжело с окружающими людьми, они не включены. А для того, чтобы женщину включить, надо с детства ее отдать в рисование, там, пение, танцы, что-то связано с искусством.